Смотрите, мармеладка похожа на яишенку. Всем привет, друзья! Вы на канале Лу и Саша. И что мы будем с вами делать? Мы с вами посмотрим клип Моргенштерна, прикиньте. Это будет не первый клип, который я вижу с ним. Даже, по-моему, не второй. В общем, давайте смотреть. Буду фамилию этого чувака называть, он сбежал из страны, один блогер. Вот этот чудак, который нецензурной бранью там... Кто это говорит? ...какие-то критики сочиняет, он кумир молодежи. Знаешь, почему? Я богат и молодой. Знаешь, почему? 10 лямов на ладонь. Знаешь, почему? Мой секрет пиздец простой. Знаешь, почему? Просто я делаю, что хочу. Это что, шестерка? Как это называется, шаха? Ого. Продал все битки и купил то. Соку снял и заплатил криптой. Попали в ТГ-канале, чё с ней было потом. Все мои родные богатые и здоровые. А мне тишка за сотку и платиная как город. Я вчера вино пил на вилле у Паши Дурова. Он просит передать вам, что стену он не вернет уже. Кадиллак. Блин, стена ВКонтакте. Паша, верни стену. Мерседес, купе и Порше. Купил больше, но некуда ставить больше. У меня нет цели, тут все гораздо проще. Я двигаюсь пиздато, чтоб были крутые строчки. Посмотри, кто мои это? Цепные часы. Автопарте 0 баксов, все в России взаперти. Ну и похуй, все равно я собирался трахать мир. Бля, не буду больше жаловаться на скучную жизнь. Честно, я гачусь по миру, со мной 2 чемодана. В одном моя студийка, в другом цветная бумага. Говорят, мой рэп неправда. Это все неправда, ведь я пел когда-нибудь уйду и съебался. Артист года второй год подряд, это уже не весело. С федералами проблемы прямо как у рейтеров. Я с любовью шлю домой на родину открытки. За шанс начать все заново, Россиюшке спасибо. Валяма бакс, но я не про альбом, а про то, что в мире стало больше одним пацаном. Он будет бегать и гулять, не от этого заебись. Илюха, как русский рэп, я подарил ему жизнь. Знаешь, почему? Я богат и молодой. Знаешь, почему? 10 лямов на ладонь. Чуваки, которые делают клипы Моргенштерна, всегда какие-то очень странные, но классные. Знаешь, почему? Мой секрет пиздец простой. Знаешь, почему? Было бы еще прикольно, если бы Аполлон сейчас тоже повернулся. Просто я делаю, что хочу. Нет, не повернулся, ну ладно. Просто я делаю, что хочу. 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 Не буду. Второй раз? Нет. В общем, клип очень интересный. Как и всегда, у Моргенштерна у него все время клипы с каким-то таким интересным сюжетом. Он тут закинул какую-то штуку, типа Дилара беременная или что-то в этом роде. Но мы же сейчас ничего не узнаем, да? Мы узнаем все потом. Недавно я видела выступление Моргенштерна, где-то отрывочек в Инстаграме, где он сказал, что для того, чтобы стать популярным, нужно использовать эмоции, которые чаще всего вызывают реакцию у людей. И одной из этих эмоций он назвал отвращение. Отвращение не вызывает. Наверное, нужно какой-то другой клип посмотреть. Ну что, посмотрим? Пишите в комментариях. Всем пока.